такой няшный. Друзья мои, всем привет. Это Don't Start Together. Меня зовут Брейн, это Даша. Я милая тучка. Я умер по глупости не своей, а по... Я не знаю даже из-за чего. То есть меня ударил кролик. Я пересмотрю твою серию. Мне просто даже интересно. Я, честно, я в шоке был. Я думал уже забрасывать заново начинать, но вроде как-то я оживился. Так, о, на тебе. Бензопилка-то при мне, хорошо. Так, твои очки-то там остались, поэтому заберемся, смотри. Пойдем. Пошли. Учти, у меня броня все. У меня 1% остался. Да нормально, как-нибудь проживем, я думаю. 50% жизни, сука. Подожди, а у тебя 50, а полностью у тебя нет, это заполнено? Нет, 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 нет. Я думаю, значит... что где-то 100, наверное, у меня. Так ты можешь навести мышку. А, точно. Сколько? 150. Да, так у тебя, получается, у тебя черного сверху нету куска? Есть. Навожу, значит, мышку, написано 150. Да, но у тебя, знаешь, там нету сверху черной линии? Есть черный, есть. Не до конца заполнено. Странно. Ну, в принципе, помнишь, как мы меня восстанавливали, тебе можно будет сделать этот... Тупой. Так, беги за мной, просто я тут по кромочке нашла, как можно... Давай, потому что там эти твари, там не пройти просто так. Беги за мной. Я в шипректе так восстанавливалась, и потом потихоньку у тебя восстановится рассудок. Хорошо, что бензопила со мной, понимаешь? Очки почему-то я не могла поднять. Значит, я какие-то уникальные очки, так, значит. Так, за мной, аккуратно, по вот этой части, по крайней. Беги за мной, главное. Бегу, не переживай, все будет окей. Ой, я слышу, уже кряхтят. Тихо, все, отвалите, придурки. Если посветить на камни, они фиолетовым отливом дают. Серьезно? Тоже, да, интересно. Подожди, а, сюда нам. Там тоже эти гниды. Да, там переход такой из камней получается. Чёртовы кролики. Ми-ми-ми, друзьяшки. А чего они напали? Не знаю, я не трогал его. Бред какой. Я тоже не знаю. Один удар, у меня как раз на удар был. Я смотрю, хоп, умер. Думаю, что случилось? Убит кролик. Нет, 20... Слушай, а у тебя рассудок не надо? Нет, 66 пока. А ну давай. Подожди. Я там нажарил очень много, помню, жарил. 8 тебе, 8 мне будет. Нормас, живем. Так, сейчас надо, подожди, надо аккуратненько подходить к кроликам. Так, давай. Уже так не побегаешь просто, знаешь? Страшно, да? Так, я там поставила научную машину, я там бросила вещи, я поставила сундук. В сундуке и твои, и мои вещи. Так, аккуратненько подходим. Аккуратненько. Вон твой труп, вон твои очки. Так, моя научная машина. Труп, мои очки. Вот она мне пишет, I can do it. Я могу. Потому что это именные очки тут написано. Ну я счастлива, что твои именные. А что, их взять нельзя? Забирай, там твоя часть твоего лута. То есть мне тулицит, знаешь, он на таблерон похож. Гниль тут у меня осталась. Так, смотри, что тебе дать? Палки давай дам, стой. Давай, мне еда нужна. Ссаный кролик, ублюдок ебаный. Подожди, опять бежит, идет. Отойди от него. Подожди, по-моему, кроликам не нравится, если у тебя есть мясо. У тебя мяса нет? Было мясо. А, так, конечно, вот почему они напали. Мне ребята написали в этом самом. Стой, я тебе твою паутинку отдам. Дерево тебе твое отдам. Все. Чудесно. Так, хорошо, значит, мы хотели, смотри, налево, направо, куда ты хочешь. А смотри, там пауки, давай наверх. Давай сюда. Вот туда, в смысле, мне кажется. Ну да, давай. Да, кролики точно, они нападают, если у тебя есть мясо. Все, теперь раньше понятно. Раньше нельзя было сказать. Ну откуда я могла это знать, что у тебя оно вообще есть? Ну там убивал их носорог, правильно? Я брал морковку с него не и приготовил? Мясо. Я думала, ты приготовил. Не успел когда? Не успел приготовить. Нет, я приготовил, по-моему, или не успел. Ну, посмотри на ролики. Блин, там жопа учти, была. У меня нет еды. У меня тоже. Вот папоротники, смотри. Да мне твои папоротники, знаешь, вот. А, еды совсем печалька. Так, ну ничего, как сколько выживем, столько и выживем. Да, судьбы. Я согласна. Так, тут конец. Может, наверх можно пройти? Тебе не кажется, что папоротник похож на капусточку? Мне вообще-то на какие-то эти перышки похож. Так, тут что у нас? Есть тут такая у нас конец. Капуста фиолетовая. Я знаю, иногда она горькая еще попадается. Да. Так, смотри, хорошо. Ой, смотри, там... Слушай, может, нам пробежать мимо носорога? Да, там что-то интересное. Давай попробуем. Ох, да. Гиблая затея, уважаемая. Давай, ну, давай попробуем. Постараемся зарядить наши шапки. Сейчас. Где-то тут были, по-моему, эти светящиеся. У кроликов. Вот здесь были. То есть ты хочешь лишить их света? Да. Красные глаза в темноте, чтобы видеть, как у летучих мышей. Прекрасно. Давай. Так, смотри, грибы. О, кролик упал! Давай, бомби его! Учти, о, но... Отлично. Понимаешь, я съем сырое мясо тогда. Да, я съела немножко сырого мяса. Так, там вроде чисто. Отлично.
Так, немножко рассудок повысила. Так, смотри, ну, в принципе... У меня 6 грибов еще есть, могу повысить. Учти, у меня еще 7 грибов. Смотри-ка, а получается, что можно эти светящиеся штучки есть? Да, можно. Я тебе еще первой серии говорил. Но они лечат, они только... Ничего, мне ничего не давали. Они меня чуть-чуть подлечили. Так, тут вот еще Все, поехали, давай потихонечку. Поехали. Так, налево, да? Вот туда, да, идем. Слушай, они такие няши. Очень няшные. Очень няшные. Няши, няшные. Я из-за них сдох, из-за няшек этих. Не бомби, Олеж. Я не бомблю, так, ну убили же. Тактика, надо просто тупо бежим. Я с тобой, давай. Да, и главное, побежал первый. О, морковка. Собирай, собирай, собирай. А он может своих друзей выбить? Блин, 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 блин. Сюда, 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 ко мне. Нет, 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 вот сюда. Давай, 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 Дашуля. А не туда, не туда. Как, не туда, сюда? Сюда, сюда, да. Обезьяны, обезьяна. Отлично, они, по-моему, добрые мобы. А что это такое? Я не знаю. Это луч света в конце туннеля. Сейчас я хочу срубить. Подожди, какая это? Что это такое? Он мне за голову... Я не могу бить его, я не могу бить. Он не бьется. У меня рассудок падает. Да, Шулька, оно на тебя накинулось. Я знаю. Меня убили. Тебя убили? Да, у тебя на голове эта хрень теперь. Мне ранило. Оно в голове у тебя поглощает. Я бегу, я понимаю. Ёпта. Слушай, а что мне делать? А оно тебя убивает? Да. Прямо сейчас? Да, здоровье попадает. Я не знаю, что это. А у тебя железы были? Нет. Что это за биом? Что за боль? Подожди, у меня 48, у меня иди налево, вон, смотри, что-то есть, смотри. Кто это? Кто Ancient State статуя? Кошмарная. Опять механизмы. У меня оно еду поглощает. Слушай, а как ее от него избавиться, интересно? У меня были морковки, да, иди забери. Я вроде не съел еще. 19 еды. Вот, бери, бери, там морковь должна быть. Где-то в этой жести морковка. Сай, дура. Хера себе, то есть он тупо тебя поглощает. Срочно надо банан, банан, давай, давай, давай. Я блин, а может на свет надо как-то выйти с ним, нет? Я не знаю. Оно у меня просто поглощает еду, получается. Я такую штуку никогда не видел. А ты думаешь, я видела? Да, да, Шуля. Не-не, туда не беги, не беги, там эти твари. Бежать, я понимаю. Просто прямо, хоть посмотрим биомчик этот. Так у меня 13 еды, 10 еды. Что это? Все, меня бьют призрачные обезьяны. Обезьяны тотем. Все, у меня ноль. Твою мать. Я умираю. Обезьяны, говоришь, добрые? Я сейчас умру. Ага. Твою мать. Все. Давай хоть так полетаем. Что этот? Проглот его зовут. Зовут Проглот. А что с ними делать? Я не знаю. Смотри, сколько лута, Олеж. Ты думаешь, у меня меньше лута был? Там были обезьяни-тотемы, обезьяны черного цвета, которые нападали, потом Проглот, и еще какая-то хуйня вылезла, меня съела из земли. Я хочу пойти восстановиться и пройти вообще в другую сторону. Что у тебя с глазами? Не знаю. Я китай... О, землетрясение! Что вас всех тут завалило? Слушай, я не знаю, как мы будем тут искаться. Я смотрю, я по карте смотрю. Нет, не туда. Падает, вот что вас всех тут раздавило? Я просто с Дашулькой стою, я ничего не знаю. Друзья, почему я не могу? А, вот. Нифига себе. Ты понимаешь, себе. Что это биом смертельный был? Да, сюда я знаю. Идти, это самоубийство. Подожди, я попадаю мимо этой самой. Да, я знаю, но мы с тобой потеряли каски. Не, не туда. Забрать не получится никак. Это надо полностью подготовленным быть. Вот сюда, сюда лишь. Кролики. Здравствуйте, мистер Кролик. А могу этот? Я в домик. Могу потревожить домик. Так, идем. Я помню, как я тебя тут искала. Какой смысл возрождаться? Ну, не знаю, еще побегать немножко. Посмотреть. Ну, давай. Просто там очки у меня остались. Там бензопила-то при мне будет, скорее всего. Ну, будешь без очков, будешь с шапкой ходить. Шапки нет какой. Где ее взять? Ну, я могу сделать. У меня ну, же разве открытые что рецепты. Крафтить, да. У меня открытые рецепты. Давай посмотрим. Просто здесь света не было раньше. Что это такое вообще? Смотри, это поврежденный потревожить слон. Потревожить древнюю псевдонаучную станцию. Где? Вот, в центре стоит псевдонаучная что станция. Что с ней можно... Тут, наверное, вот этих гадов надо убить. Псевдонаучная, ну, наверное, она тоже рецепты открывает. Я не знаю. Так, нам сюда. Да, это печалька. Жопка, я тебя не вижу. Где ты? А, вижу. Как ты меня можешь не видеть, если я тебя вижу?
Ну ты ж задом наперед обычно камеру ставишь. Ну я камеру ставлю только просто прямо. Кролики пришли! Да вижу я. Кролики, шмолики. Так, я сейчас... Залезай, а, я же светлячков потеряла. Мы же потеряли... Тихо, ша. О, да все мы потеряли с тобой. А что у нас здесь? Бензопила есть, а вот очков подожди, нет. А почему я больше не свечусь? А я почему-то перестала светить. Все? Приплыли, называется, да? А я не знаю. У меня же не было ничего, чтобы светилось. А может, правда, сейчас день, у меня дама светится, когда вечер? Возможно. Так, еда. Я сейчас поем хотя бы. Знаешь, я без очков тоже как-то не шибко свечусь. Ты вообще не должен светиться. О, господи, поболь, да? Какая жопка. Так, куда идти? Тут все как бы открыто, закрыто. Может, наверх подняться? А что там наверху? Не знаю, давай посмотрим, по приколу чисто. Олежем. Ау. Дорогой мой, у нас верх немножко разный. Немножечко. Почему разный верх? Ну, потому что у меня верх в одной части, у тебя в другой. Ну, я имею в виду подняться, вот, подъем наверх. На ту, а ты на улицу хочешь? Да, я хочу на улицу, да. Мама, можно на улицу? А что, нельзя? Ну, я не знаю. А, можно. Через лестницу. Подожди, а это... А, по-моему, через эту мы с тобой и спускались. Офигеть, а. Это просто нечто. Я расстроилась, знаешь, как-то. Чуть-чуть так вот. Чуть-чуточку расстроилась. Чуть-чуточку. Я-то реально думала, что мы там сможем как-то пройти. То есть, получается, то вообще биом такой. Там что, ночь? Ну, как тебе сказать? Сейчас будет ночь, да? Ой, надо срочно налутать нам кремешек, камушек, потому что у нас сейчас есть опять... Есть и камень, и кремень. Делай тогда эти... Топорик. Не могу ничего. Почему? Потому что веток нет. А ветки? Ай! Что происходит? Говно! Летучие мыши! Я знаю. Гуано написано. Кто? Гуано. Потому что гуано. Я гуано взял с нее. Слушай, а сейчас ночь, мы же умрем ночью сразу же. Ну, поэтому я предлагаю прыгнуть обратно, переждать ночь. Прыгай обратно. А ты сейчас должна прыгнуть. То есть я успел выйти. Подожди, а тут полнолуние, можешь выходить. Тыц, моя радость. Я уже прыгнул, сейчас обратно буду лететь. Ходи обратно, я убегаю, потому что тут гуано за мной летит. Нет, гуано будет, когда ты убьешь его. Оно станет гуаном. А это мышелиск. Чего? Мышелиск. Это как мышиный пиздолист, мышелиск. Слушай, тут что-то новое. А, это эти рогатые спят, господи, я испугалась. Что-то новое. Я прыгнул обратно, залез, прыгнул обратно, так, залез. А ты не сказал, ты мог мне сказать, что тут как бы это, ну, типа, полнолуние? Нет, не мог. А почему ты не мог? Подожди. Гуано тебе... от меня улетел. А что, гуано, надо есть его? Было бы странно, блядь. Я пробежала чуть дальше. Слушай, а где мы появились? Ты где, ё-моё? Олеж, посмотри, где мы вышли. Смотри, сколько мы прошли, да, с тобой. Да, вижу. Бензопила при тебе? Да. Я тут возле этих. Вольтакос. Вольтакос. Учти, у нас же сейчас тут эти будут бегать. Оборотни. Блядь. Час от часу не легче, ты понимаешь вообще? Ты светишься ночью, кстати? Да, я свечусь. О. Учти, здесь еще собаки. Да, Шуля, а хорошие новости у нас есть? Или, нет, впрочем, неважно, как мы любим, да? Вот это? Да. Однако, здравствуйте. Ну, у тебя хоть это бензопила есть, все, ты вообще... А ты такого... светишься. Да, бензопила и 38% жизни, классно. У меня 50. Хорошо. О-о-о-о! Старый добрый пиал. Гончий, родная моя. Где? Вон, две штуки. Уходи! Не бей же ты его! Я знаю, что у меня 18. Уходи. Просто беги, понимаешь? Ты же захотел выйти наверх. Червоток. Не, да, не, у меня очень плохо с рассудком. У меня 105. А что так много этих хихерий, смотри, летает? Не знаю, я не генерировал этот мир, сразу тебе говорю. Чтобы ты там сейчас не начал говорить, а Шуля, что ты за читерский мир снова сгенерировал? Я его вообще не трогал. Читерский мир, самый настоящий читак. Слушай, ты... В следующий раз ты будешь создавать у нас миры. Ничего не буду делать. Смотри, тут лава, тут муха, наверное. Да, тут эти метеориты падали. Слушай, то мухи, то кролики, то какие-то эти самые. Тут хоть что-то хорошее просто бывает? Просто боль. Нормально, живем. Рассудок у меня падает шо ночью, шо днем. Осрать вообще. Уже. Давай разлутаем их. Мы тут все скопились. Подожди, так тут конец карты. Как бы это... Что за звуки? Что это за пианино? Это те самые дают. Класс, у меня есть... А, хотя бы одни ягоды. Сминаюсь, хорошо. Темный лепесток в жопку. Да, выбрасываю.
Так, это конец карты, да? Да, наверх давай уходить. Давай уходить наверх, потому что, в принципе, сверху наш нормальный биом был. Я думаю, может, они соединены. Ох, слышишь, жужжит? Я боюсь, что здесь не тот конец. Да, это не тот конец. Ты права, это не тот конец. 18. У всего есть конец. Есть конец у овец. Есть конец у сосисок. Мне стало грустно. Почему? Потому что у нас столько было лута. Много лута, да, согласен. Чё-то меня смущает количество перекати поля здесь. Чё-то я листву нашла? А, топтану листву. Чё уж делать? Да, тут эти штуки полезли. Тут, может, помнишь, кролики выпадали? Да, было дело. Айкон дует? А что тут? Чё ты не можешь дует? Потому что ты лутал, и я уже ничего не мог там сделать. Аккуратненько обходим, потому что тут же все собаки бегают. Жесть какая-то. Нереал вообще. Зато я гуана собрал. Подожди, оно в виде говна? То есть я собрал говно, то есть летучую мышь убиваешь, она дерьмом становится. Олежа, тебя не смущает, что ты в каждой серии собираешь? Я как-то конец. Уже привык. Вон зеленый биом через дорогу там. Бабушка, где зеленый биом? Да там, через дорогу, сыночек. Свинья спит, они устали бегать. Бля, свинья, как я за вами скучал. А то эти неадекватные кролики меня с ума сводить стали. Гомер, тут будет сегодня должен был быть. Или будет, или был. Или будет, или был. Если сейчас будет... Слушай, Зюзю сейчас можем найти. Ну, это хорошо. Зюзю, это добро. Я надеюсь, что сейчас будет еще одно полнолуние. А, тихо, это листочки мои. Я хочу себе сейчас сделать эту... Енотик, смотри! Смотри, какой хороший. Что ты к нему сзади енотика. Я просто посмотрел, что у него там. Приковать? Ты же куда ты хочешь приковать енотика? Я не хочу приковать енота. Что я собрала? Темные лепестки, брось, дура. Так, я хочу пособирать цвет. Блин, нет, мы Зюзю сейчас не сделаем. Да. Зюзя помогла быть в прошлый раз. В прошлый раз. В прошлую серию? Нет, в прошлый... В прошлом году? Полнолуние. Вчера? А. Че ты такой вредный? Заметь, опять нету кремния. Как нет? У меня 3 штуки. Дай сюда. Зачем? Тебе что-то надо сделать? Ну, я топор? Хочу топор хотя бы. Да, то я какая-то вообще как лалка бегаю. Да? А, то есть кремний ты мне не дал. Ты у нас принципиальный. Так я тебе сразу сделал. В чем проблема? Ты еще вредничаешь. Я тебе сделал, как говорится, топор, а ты еще... Что, Олеж, я? Ничего. Вот иди к своему алтарю. Че ты топаешь? Топ, топ. Топает малыш. Слушай, ты малыш. Зеленый гриб. Нормально все, не барагозим. Вот морковочка. Я в расстроенных чувствах. Морковку собирай давай. Расстроенный ты наш. Во, видишь? Тебя надо держать в еловых рукавицах. И в ежовых, или в еловых. Ежовых, да, ну, Олеж, можешь еловых меня держать. Еловые луковицы. Луковицы. Что тебе дать? Что тебе дать себе покушать? Не выговариваю. Что тебе дать покушать? Да не рупишь ты. Мне ничего не надо. Хорошо, тогда сам кручу. У меня все плохо. У меня все плохо. Все. У меня есть гриб, пожарь грибок себе. Да у меня тоже есть, вот сейчас еще один сделаю. Это мой. Мы практически пришли к тому биому, собственно, где начали. Серьезно? Угу. Хочешь, я разворошу осиное гнездо? Нет, я не хочу снова умереть. Да ладно тебе, чё ты? Чё ты, а? Так, собирай. О, смотри, еще один подход. Нет, Олег. Чего? А чё ты переживаешь? Давай. Еще прыгнуть? Ту. Мало ли, вдруг найдем там что-то. У меня просто очень падает рассудок. Я хочу хотя бы сделать себе веночек. Правда, я не уверена, смотри, что... Смотри, у меня есть 8 листков, да, тебе? Так ты бы и себе сделал, если у тебя рассудок... Подожди, а что я зависла? У меня мадама что-то стала раком и зависла. Честера нашли! Честер! Привет, мистер Честер! Смотри, сейчас Отто фон Честерфилд прибежит. Давай, смотри, вон он бежит, смотри. Он бежит! Он знает, кому смотри, бежать. Смотри, а мне веночек идет, да? Кому веночек? Веночек. Да ты вообще няша, а мне не идет, что ли? Смотри, какой классный. Я тебе говорю, ты реально какая-то из «Властелина колец». А ну тут прям кроты. Ты заметила? Тупо перекати поле, тупо фазенда кротов, ты еще какая-то жесть. Че так много их, А че тут мясо появилось? Да, Шуль, давай спародируем звук крота. Олежа, сейчас будет как бы это... Как бы я вот сейчас срублю. Ночка типа, да? Ну типа да, вот ты понял, что я имела в виду. Типа да, я лутаю еду.
Ты лучше лутай, да, еду лутай. Потому что ты знаешь, у нас внизу проблемы с едой. Так, сейчас я поставлю здесь этот самый свет. Озарил мою. А, часто трахают наш. Что-то хорошее в этой серии. Да, Зюзи без Зюзи. Зюзи без Зюзи? Или же с тобой все в порядке? Всем привет, с вами Зюзи. Зюзи уже везде рисует. Даже сегодня был Артик. Помнишь? Артик волшебный просто. Угу. Слушай, а что-то у меня совсем так рассудок падает. Может, это из-за этой самой? Из-за меня, может? Так, я пожарил, поел, отлично. И мне кажется, что кто-то топал. Было дело. Может, это желудок мой? Часто распил. Да потому что его все достали уже. Тебе гриб надо же зеленый? Я уже съела. Хотя, ну, давай штучку хотя бы. Так. Да, ночи хоть короткие, слава богу. А представляешь, люди делают карты, где тупо всегда ночь. А есть, да, карты, есть тупо одна зима. Знаешь, такое играть? Нереал вообще. Хотя по приколу, знаешь, когда все надоедает уже, можно пробовать. Это уже совсем эксперт. Так, ну учти, мы все равно не сможем... Я уже слышу, кто у нас идет в гости. Знаешь, мы же все равно не сможем Честера взять с собой. К сожалению. Да, я думаю, тут побегаем еще немножко и закончим серию как раз. Да, я думаю, мы сейчас... А интересно, а чего Честера нельзя в подземелье? Ну, страшно, наверное, там. Страшно ему там. А тебе бы не было страшно? Было бы страшно. Смотри, как он лапки сложил по кругу. Лапки сложил по кругу. Все, идем. Подожди, так а мне как бы еще кремиш. Ты можешь сделать? Подожди, он кремиш. Что тебе дать? Нам кирку? Же кирку на. Слушай, кто-то рычит. Там реально кто-то рычит. На кирочку тебе. Давай. Идем, я. А где был этот самый? Кто? Там вот. Лягушки злые, смотри. Слушай, а кто рычит? Это лягушки? Нет, думаешь? Нет. Там кто-то рычал. Сверху, по-моему, да? Да. Олеж, а может не надо идти проверять? Давай просто. Ну интересно же, а что сидеть-то? Траву лутать с морковкой? Так я жду маму. Слева, нет. Вон там. Это лягушки, лягушки. Ой, это они, да, 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 да. Так мы же хотели прыгать. Твою мать. Куда прыгать? Ты же хотел снова вниз. А, в этом плане. Так я умру, наверное, без очков, без ничего. Хотя давай попробуем, ладно, хер с ним. Умрем, так умрем. Нам терять уже нечего. Мне жалко Честера. Так грустно. О, Честер, прощай. Ну-ка, Честер. Тут осталась эта хрень, палочка. А если я положу в нее Честера это? Кому что палочку? Будет? Да. Он сам себе будет служить? Я не знаю. Ты прыгнула, я еще не прыгал. Да, я уже прыгнула. Я даже не знаю, где мы поедем. Я положил палку. Он теперь, получается, самообслуживанием будет заниматься. Может, не надо было класть, мы бы за ней вернулись, если вдруг мы сейчас эпично выживем. Если куда, а куда мы выживем? Мы все равно помрем. А, я думаю, что... Ты так обнадежил? Честер, как бы, наверное, уже все. В смысле? Ну, зачем? Я положил палку в Честера. И что? Не знаю. Он обрадовался? Не очень. То есть я уже появился, а тебя еще нет, как говорится. Мне рассказывали ребята, что я медленнее появляюсь, потому что я же создаю сервер. А, в этом плане. Поэтому оно у меня тут все генерируется. О, господи ты, боже мой. Почему у нас такая попа боль здесь? Так, так, так. Вы здесь были, да? Да, конечно. Это что знаешь, ты? Куда надо было бежать? Так, ой, чё себе. Подожди. А, вон там мы умерли. Или нет? Да, да, да. Нет, не здесь. Да, мы померли наверху, да. То есть наверх надо фигачить. Вот сюда идем. Ты хочешь идти туда, там, где мы померли? Тот биом у меня не открыт. Ну как не открыт? То есть я когда призраком там летал, он не открывался у меня. А, у меня он просто чуть-чуть открыт. Да. А мы не зайдем дальше в темноту, все. Смотри, я в темноте повышаю, у меня реально повышается. В полной темноте. Так двигайся за мной потихоньку, ты же меня видишь? Только я ничего не вижу, но я реально, смотри. Тут ты меня вот как мой рассудок повышается. Хорошо, хоть к третьей серии поняли это. Реально, большая жирная стрелка вверх идет, когда я в полной темноте. Оу, а что это было? В смысле? Только что такое жжжж. Не знаю, ничего не было. То есть ты не слышал? Никаких звуков таких страшных. Такой будет. Адский звук был. У меня потом послушаешь. Так, я вижу, где эти бананы. О. Я вижу бананы, сказала она. Она? Лутай. Так, подожди-ка, у меня с едой как бы это, ну... Что за шипение? Ты тоже его слышишь? Да. Ну, у меня более-менее с рассудком все окей. Пошли подожди, в темноте сюда... постоим. Подожди, а мы здесь не были, вот в этой части. Идем сюда. Давай. Хоть что-то новенькое.
Посмотрим, что здесь. Я не могу понять, где у меня рассудок не падает. I like my light. Что там? Что-то там. Я люблю свою This... ночь. Что-то там такое было. Ну, наверное. Может, ты меня просто любишь? I like my night black. Вот персонажа? Потому я что люблю... он тебя подсвечивает, не? Не, я ничего не светится. Ай, ладно, нет, тут получается конец. Конец. Надо сейчас давай выйдем в свет. Чёрт. И посмотрим, где мы все-таки не были. Ну, то кроме есть того. Я могу в полной темноте ходить. Так, смотри, где мы не были. Давай смотреть, открываем карту. Так, ну есть смысл только наверх идти. А потому там, что, как видишь. Там, надо... где паучата? Угу. Нет, не паучата, там, где средневековая машина это. Ну, старая машина. То есть нам через вот эту часть просто надо пройти как-то. Угу. Ну, беги за мной, я чуть-чуть подсвечиваю. Я так понял, мне темнота вообще не парит. Я мог вообще не бояться. Ну, тебе же надо где-то что-то видеть. У меня рассудок падает что днем, что ночью, что в темноте, что в лесу. Нормально, чё ты. Мы приходим в попу. Угу, вижу. Уходим. По боку. По боковой. Она светится, смотри. Я вижу. Но там, понимаешь, если бы не столько охранников, жалко, нельзя этого слона натравить на них. Нет, я понимаю, а он их не собьет, кстати, если его согреть, он их убивает же, по-моему. Подожди, а сюда можно пройти? Что здесь? Может, сюда не ходить? Ты классно светишься, кстати. То есть ты видишь... Ой, смотри, там что-то... Посмотри. Там какая-то статуя. Да ладно. Не, Леш, мы опять выходим к этим... К попоболе. Угу. Подожди, а здесь что? А, здесь конец. Не, я в попоболе сейчас не пойду. У меня 60... Смотри, я улыбаюсь и радуюсь в темноте, представляешь? Да радуйся сколько хочешь, мне плохо. Где мои Тихо, сюда нам надо. Сюда, аккуратненько. Пошли сюда. Попробуем лут забрать, но это очень глупая затея. Нет, это что, какой лут? Ты что? Ты видел, какая там присоска мне на голову села? Да. Как в фильме каком-то, помнишь, они присасывались и манипулировали людьми. Чужой, что ли? Нет. Там не в голове, там в груди было. Какая разница, суть-то одна и та же. Так. Тут уже эти буки ходят. О, свет! Это хорошо, были бы у нас лампы. Лампы мы могли бы сделать, если бы у нас были светлячки, если бы у нас с тобой была паутинка. Я бы тебе столько ламп тут сделала, сколько хочешь. А, темнота. Друг Олежки. Нормально. Слушай, что это за звук? Ай, бьет меня! Беги! Это называется «Я люблю темноту». Я люблю темноту. Я тебя лутаю. Бери мою бензопилу. А как я ее возьму, если мне я не могу взять? Она где вообще? Наверное, у тебя остается, как у призрака. А где я вообще? То есть я по темноте бегал, я умер в темноте. Персонаж не боится темноты. Давай я тебе опять до алтаря нанесу. Нет, все, не надо, я утомился уже, честно говоря. Давай ты побегаешь, умрешь где-нибудь. Подожди, так давай я до кроликов дойду, и все. Убей, давай, начни их бить и бегай по кругу. Хочешь, чтобы меня убили? Да, я хочу, чтобы тебя убили, и мы закончили серию на смерти обоюдной. То есть, подожди, а что тут здесь такое? Тут... А, тут еще один подъем, походу. Да. То есть ты хочешь, чтобы я подняла руку на кролика? Да, я хочу, чтобы ты подняла руку на кролика и отомстила за прошлую серию. Хорошо, ребят, смотрите, как Даша сейчас эпично и глупо умрет. Я уже умирал здесь глупо и эпично, он паутина лежит слева. Подожди, а у меня же есть флейта пана. Давай я сыграю. И что, кролики умрут? Наверное. С какого перепуга? Нет, они-то не умрут. Ой! Блять! Смотри. Спи, бразина, давай бей его. А бить ты не собираешься? Беги, Дашулька, беги! Я остановлю их, не оборачивайся. Чем ты их остановишь? Дашуль, я помогу тебе. Согри на этих единорогов. А ты думаешь, я вижу, где они? Хороший вопрос. Беги, беги! Не успел! Посмотри по карте, где эти мрази. По-моему, они где-то здесь. Выше они. Да, вот ты... Нет, нет. Ты точно запомнила, где? Да. Давай. Олежа, это может ты будешь по карте смотреть, нет? Я осветил немножко. И лег спать на твоем луте. Смотри, как хорошо спится на луте, да? Там, подожди. О, дерутся. Сейчас кролика там убьют. Вот, смотри, кролик стоит. Вижу. Смотри, они дерутся. Да. Подсвечивай. Какой злой, смотри. Дюймовочка! Этого кролика звали Дюймовочка. Нихера себе.
смотрите, Купируса русский. Его зовут. Как? Купирус. Поврежденный слон. У меня дюймовочка. Слушай, дюймовочка убежала, походу. Там боль. Я ухожу от той боли. Все, я думаю, тут закончить надо. Да, надо заканчивать. Я вселюсь просто в домик. Оно подсвечивается. Я просто буду домиком. Я просто буду... Ой, смотри, тут этот сам сапфир валяется. Ничего страшного, пусть лежит. Все. До скорой встречи. Пока-пока. Всем пока.